Всем привет! Ну вот я начала новый влог. У меня много новиночек в этом влоге. Вообще очень много снимать чего буду. Ну, во-первых, хочу вам показать зубные щетки. Пришла посылочка, зубные щетки Хепика. Я про них вам сейчас расскажу и все вам про них покажу. А вообще много интересного будет в этом влоге. Не выключайтесь, оставайтесь со мной. Заказала я щеточки Хепика. Такая щеточка одна у моей дочки уже есть. Она ей пользуется, ей нравится. И поэтому решила заказать себе я. Это Япония, 100% Япония. Материал их изготавливают тоже полностью все в Японии. Заказала я себе в чехле зубную щетку ионную для себя. И заказала для внука, для Денечки. Зубная щетка Baby, которая подходит для детей от 1 до 6 лет. И здесь еще есть запасные насадки, то есть 3 насадки всего. Для себя я заказала щеточку специально в чехле, потому что ее можно брать в дорогу, при том, что я как переезжая сваха туда-сюда езжу к дочке, и в общем буду я перевозить ее в сумке в чехле. И вот я выбрала себе розовенький цвет, ну потому что мне нравится розовенький цвет. Это звуковая зубная щетка. Особенность зубной щетки в том, что здесь щетинки изготовлены из специального материала, благодаря которому вредные бактерии не скапливаются ни на щетке, ни на зубах. И даже этой щеткой можно пользоваться без зубной пасты. Щетинки изготовлены из природной керамики, которая при чистке зубов вырабатывает отрицательно заряженные ионы. Они помогают удалить неприятные запахи и зубной налет. Щетка водонепроницаемая и безопасная. Выпускают щетку в Японии с 1991 года. Она протестирована и уже давно годами проверена. В комплект входит батарейка 2А. Батарейки хватает больше, чем на 3 месяца. И этим щетка хороша, когда вы едете в отпуск, в дороге, в поезде, может быть, или где-то там, где нет возможности заряжать, допустим, если вы берете зарядку. Эта щетка вот очень хорошо, если при путешествиях она и даже дома пользоваться. Работает она очень тихо, 47 дБ, это равно тихому разговору. Сейчас проверим. Ее, в общем, и не слышно даже. Но я чувствую вибрацию. Легкая такая вибрация. Батарейка уже тут вставлена. Дома протестирую и скажу вам. Но дочка уже пользуется давно такой зубной щеткой. Она довольна, поэтому она мне порекомендовала ее приобрести. А вот такая вот детская щеточка. Смотрите, она такая маленькая. И здесь специально такие щетинки сделаны из специального мягкого нейлона, для того, чтобы не травмировать детские молочные зубки. Тоже она включается. Здесь тоже батареечка стоит. И тоже вот работает. Ну, а запасные щеточки я пока открывать не буду. Просто вот вам их так покажу. Щеточки такие. Ссылочку на зубные щетки я оставлю внизу. Еще хочу показать вам, что здесь легко снимаются насадки. Насадки имеют универсальное крепление, взаимозаменяемые. И также вот снимается, открывается, и можно заменить здесь батареечку 2А. Здесь можно еще менять насадки. Они все взаимозаменяемые. Там 10 типов насадок есть на сайте. И они имеют такое вот универсальное крепление. И вот эта детская тоже точно так же снимается легко. И также батарейку можно заменить. Кому-то из подписчиков я обещала показать, как я пользуюсь отпаривателем. Наливаю я сюда водички, ну, до максимума. И включаю. Теперь я жду, пока пойдет пар. И когда только пойдет пар, я сразу начну отпаривать. Мне пришла сейчас вещь в посылке, довольно-таки помятая. Вот видите, да, вот такие складки. Вот. Сейчас я эту вещь буду отпаривать. Ну вот, вода кипит в чайничке и пар идет. Видно вам или нет, но сейчас будем отпаривать. Руки лучше не подставлять, потому что пар горячий, можно обжечься.
в общем, складки, которые образовались от слеживания вещи, они вполне разглаживаются. Но если это будет после стирки какие-то тяжелые складки, то тогда нужно будет утюгом. Сейчас еще чуть-чуть, и у меня уже будет вещь готова. Некоторые подписчики задали мне вопрос, как я мою свою мультиварку. Хочу вам сказать сразу, мультиварка разбирается, и мыть ее легко. Ну, например, вот эта деталь снимается. Здесь выходит пар. Так. Вот это разбирается, и вот это все можно помыть. Здесь тоже можно помыть. Дальше. Здесь съемная крышка. Крышка вот эта снимается, легко она моется с двух сторон. Также можно снять и помыть. Также можно снять и помыть вот эту штучку, она крутится, но тоже иногда бывает грязной. В общем, тоже моется. Дальше в этой мультиварке еще что? Очень хорошее покрытие. Здесь идет керамическое покрытие. И когда вы моете вот это покрытие, здесь капельки, они прям сами даже стекают, и она практически сразу сухая становится. То есть берите керамическое покрытие, очень хорошее. Ну вот и все. Здесь все это легко помыть, все удалить. Вот, даже насквозь дырочка. Берите разъемные, обязательно разъемные крышки, разборные крышки. Потому что первый раз я взяла мультиварку, не знала, и она не разбиралась. Весь запах там оставался, помыть было невозможно. Второй раз я уже ученая взяла, как положено, нормальную мультиварку. Ну так, черный я точно себе возьму, да? Хорошо. Ну бери, выбирай, короче, каких хочешь, кроме черных. Кстати, черные носки я сегодня одела, которые я брала в фикс-прайсе в банке. В жестяной банке консервной. Там что, такие носки продаются? Да. Ты не смотришь мои ролики? Я еще это не досмотрела, не дошла. Вот. Эти носки я сегодня одела. Хочу сказать, носки отличные, сидят отлично и материал хороший. Адобрямс. Это белорусские носки. Надо посмотреть. Ну вот я Настюльку забрала с детского садика. Ну-ка, Настюля, скажи всем привет. 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 Вот мы идем. А то у меня спрашивают, почему Настю не забираю? Вот попросили забрать и забрала. Идем ко мне и будем у меня играть. Будем снимать. Всем привет. Привет. Настюлька опять у меня в гостях. И мы с ней опять делаем фикс прайс. Опять делаем поделки. Теперь у нас идет пластишка. Это два магнитика будет на холодильник. И это мы будем делать подарок папе. Да? Скажи привет всем. Привет всем. Скажи папа привет, мама привет. Мама привет, папа привет. Братики и сестрички, всем привет. Братики и сестрички, всем привет. Вот так, молодец. Значит, смотрите, в этой коробочке у нас пластички, ну это как пластилин, я еще не знаю, не распаковала, что у нас есть 4 цвета. У нас на картинке здесь тоже 4 цвета. Вот. И у нас есть инструкция, по которой мы сейчас будем все делать. Как нужно что и резать. Сначала сейчас мы прочтем и начнем делать все как положено. Вот Настюля у нас с зонтиком играется. Что ты там, Настя, еще? Ты там рисовала что-то, да? Ну-ка, давай посмотрим, что ты там нарисовала. Ну-ка. Ой, ну это что-то ты нарисовала. Вот. Ну, прямо даже что-то, я не знаю. Это кто? Это что ты нарисовала? Попугайчика. Это дзенский попугайчик. Его зовут дзенский попугайчик. Это маленький малыш. Ну, прекрасно. Так, а ты его будешь разукрашивать, попугайчик, разными цветами? Он же разноцветный должен быть, правильно? Да. Ну, разукрашивай, а мы посмотрим. Смотри, ты уже так здорово рисуешь. Молодец. В садике научилась? Дома? Да. Угу. Только за комплект я дома не выхожу. Да? Тебе нравится в садике? Ага. А что тебе там нравится больше всего? Куклы, игрушки и еще, конечно, кухни. Кухни? Там кормят хорошо. Только там игрушка кухня.
А, детская игрушечная кухня. Ну, понятно. А у тебя там есть друзья, подружки? С кем ты там дружишь? Ну, я дружу с Сёмой. Сёма? А Марика со мной не дружит. Ну что вы в садике еще делаете? Расскажи мне. Это ты сейчас уже в средней группе, да? Или младшей? Да. Я уже большая, я не маленькая. Ты большая, ты уже просто очень большая. Смотри, какая ты большая. Ой. Прям уже большая. Ты уже со своих игрушек даже выросла. Теперь игрушки маленькие, вон такие, малюсенькие. Да? Помнишь, ты совенка не хотела отдавать? Вот этого совенка не хотела отдавать. Это ж твой совенок. Ну вот. А теперь ты уже с него выросла, да? Когда был маленький еще, я с ним, когда игралась, когда я тоже была точно маленькой. И вот такой вот. Ну вот, Настюшу папа забрал. Мы с ней провели прекрасный вечер, играли, рисовали, делали поделки фикс-прайс. Это вы увидите в отдельном видео. Вот. И Настюша пошла домой уже спать, а я тоже буду готовиться ко сну. Но сначала я хочу попробовать вот эту зубную щетку. И мне интересно, вот если я не буду на нее сейчас ложить зубную пасту, попробую сначала без зубной пасты. И хочу ощутить, правда ли запахи удаляет, какие будут вкусовые качества у меня, послевкусие во рту какое останется. Хочу это сейчас попробовать. Я не знаю, наверное, ее надо намочить, но я ее намочу сейчас. Во-первых, у меня есть ощущение, что зубы почищены. Во-вторых, очень мягкая щетина, и она прям так нежно, скажем, нежно обрабатывает зубы. Я чистила без зубной пасты специально, чтобы ощутить, что действительно слюна, она как бы там... я даже не могу это описать ощущение, да? Но она как пенится, что ли, получается. Вот, зубная щетка, во-первых, легкая, она тихая. И я действительно могу смело брать ее в дорогу. Я даже вот взяла еще почему с чехлом, чтобы я могла ее таскать в сумке. Вообще такую зубную щетку, вот если есть люди, которые чистят зубы несколько раз в день, а может быть кто-то после каждого приема пищи, вот для таких людей такую зубную щеточку просто положил в сумочку и все. И очень легко, тихо, бесшумно зашел где-нибудь, там почистил эти зубы без всякой зубной пасты, без всякой вот этой вот пены, зубная паста, когда течет и все такое. Ничего этого нету. Но ощущение, что зубы почищены, вот ощущение такое, да, есть. То есть мне эта зубная щеточка очень нравится, я буду с удовольствием ей пользоваться. Ну и рекомендую вам тоже. Ссылка на нее будет внизу. Всем привет! Ну, я, как всегда, перемещаюсь с места на место очень быстро. Сейчас я уже опять у дочки нахожусь и уже занимаюсь внуком теперь. Я хочу на этом влог свой закончить, и я хотела поздравить всех с наступающим 8 марта, так как влог этот выйдет уже как раз накануне 8 марта. Всех женщин всего мира хочу поздравить с Международным женским днем. Ну и пожелать вам, конечно, всем здоровья, счастья в личной жизни, всяких разных успехов, хорошего настроения, исполнения желаний. Мечтайте, и чтобы мечты ваши сбывались. Ну, на этом я видео свое заканчиваю. Всем, кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока!